Меняем масло в четырехступенчатом автомате автомобиля Kia Ceed. Сливаем маслице, маслице выгоревшее, вот такое темное. Вставляем по кругу болты поддона. Снимаем сам поддон. Отворачиваем фильтр, убираем магниты. Снимаем фильтр. Отмываем поддон, зачищаем от герметика. Отмытый поддон наносим специальный герметик. Ставим новый фильтр и протягиваем его. Устанавливаем на герметик отмытый поддон. Притягиваем. Отмеряем оригинальное масло. Заливаем базовый уровень масла. Прогреваем двигатель, подключаем установку. Погнали менять установкой. Снизу чистое масло, сверху грязное. По ходу двигаем селектор, когда меняем, чтобы промылась гидроплита и соленоиды. Вот жидкость полностью заменена, выровнялась по цвету. И проверяем, конечно же, уровень. Замена масла закончена.